Народ. 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 Пошло оно все нахер. Извините, народ, вы сами там остались. Офигеть. Всем привет, меня зовут Антон, и я продолжаю проходить игру Alien Isolation. В прошлой серии мы сбежали от нескольких безумных андроидов, и теперь направляемся к нашему товарищу, который вроде бы прислал для нас какую-то вагонетку. Ну да, вагон. Посмотрим. Может быть, наконец-то встретимся со своей командой. Так. У нас уже тут один клиент. Обойти его никак нельзя. Очень светлые. Куда он там свалил? Блин, без его рюкзака плохо. Я очень надеюсь, что я его не пропустил где-то. Да вроде бы не должен. Да, дальность у него слабая. Это печалит. Не понял. Вы серьезно? Вы, черт возьми, серьезно? Он на меня реагирует или? Тихо. Неужто чужой тут поблизости? Показывал кто-то поблизости у меня, прям надо мной. Блин, хоть бы это был не чужой. Мы видели, как под револьверы действуют на андроидов, а уж на чужих точно они не подействуют нормально. Не знаю, может быть, тут будут еще противники люди, но я не уверен. Тихо. Я попадал с удовольствием. Привет. А, черт. Это было, конечно, ожидаемо, но я все-таки надеялся. Так, тут сюда никак не спрятаться. Привет. Ты меня видишь? Да, он меня видит. Ой-ой-ой, их тут... Ой-ой-ой-ой-ой! Иди отсюда! Иди отсюда! Да, сейчас шприц точно нужен. Я думаю, вентиляцию от них свалю. Блин, скорее ты меня покалечишь. Все, пока, друзья. С вами было неплохо, но мне и так одному норм. Что-то я надеюсь, он меня не достанет. Да, самое время для аптечки. Так, а скрафтить мы еще можем? Нет, не можем. Кое-чего не хватает. Себя поймай. Так он меня не заметит. Но я думаю, стоит лучше вернуться. Это было забавно. Туда нельзя. Значит, все-таки есть какие-то ограничения в программе. Не отвечен на закон, зарегистрирован по ОМО. Я
Я вот надеюсь, то, что я бегал чужого, не привлек к себе. Эта вентиляция, блин, меня пугает, она похожа на это. На крик чужого. Черт, он точно где-то шляется. Присоединяйтесь к нам на этом пути. Привет. Привет и пока. Так, я даже не знаю, как обойти. Сейчас что-нибудь придумаем. Можно будет звуковую ловушку кинуть, кстати, это вариант. Где она у нас? Так, давайте посмотрим. Нам нужно их обойти. Ладно, постараемся так обойти. Вдруг она нам еще пригодится. Черт, он точно здесь. В настоящий момент мы вынуждены усилить меры безопасности. Блин, гребаный чужой он тут. А я тут ношусь, как угорелый. Я вот не знаю, там был. Уже подзабыл немножко. Блин, он здесь. Вентиляция поблизости. Хьюз, это Ренсом. Я получил твой вопрос. Да, я был в архиве записей и намерен кое-какие из них расшифровать. Мне нужны старые бортовые журналы, которые попали на Севастополь много лет назад. Понимаю твое беспокойство, но не волнуйся. Я ищу форменное старье, набор сообщений, отправленных одним кораблем перед визитом с Телоса к Земле. Вот люди гибнут! Это не затрагивает ничьих интересов. Вы меня слышите? Вы, капитан Даллас. Первая запись в бортовом журнале на обратном пути от Телоса к Земле. Когда вернемся, я намерен потолковать с координатором полетов. Нашего научного сотрудника заменили за 2 дня до вылета, безо всяких причин. Я не сомневаюсь в квалификации нового человека. Знаю, надеюсь, это поможет. Так не делается. Я просто хочу, чтобы мне объяснили. Груз мы готовы принять по первому требованию. Даллас, капитан Настрома, конец связи. Груз. Походу, я догадываюсь, что это был за груз. Ладно, бегать не стоит, я думаю. Аккумуляторы есть. Мою так. Дочь похитили! Меня кто-нибудь слышит? Помогите, я на инженерной палубе! Это... Может быть, какое побочное задание? Хотя не думаю. Вроде никакая кнопка не активна. Так. Посмотрим, что мы можем еще сделать. Мину мы не можем. Светошумовую тоже. Дымовая нам еще не пригодилась. Файер, я честно вообще не понимаю, зачем. Ну, зачем-то, наверное, нужен. Походим старым добрым револьвером. Легко узнать, но сложно потерять, да? Привет. Так, по карте. Понятно. Ничего, если я тут пройду. Аполло и Анвили Сиксом вместе работают на благо станции. Ох, вот насчет этого. Ну, на станции может быть, но нет, на благо людей точно.
стул. Ты куда? Где же ты? Это андроид? Ну нахер. Черт. Я прям чувствую, что он где-то близко. Блин, ты можешь потише немножко? Не надо, я прошу. Да пошло оно все нахер. Все. Не хочу я связываться с чужим. Судя по всему, он андроидов не трогает. Видно, чувствует, что они не живые. Хотя в чужих именно он разорвал Бишопа-то. Ну, этого разорвало королеву чужих, но все же. Ой, черт, неужто мы вернулись сюда? Блин. Твою мать. Оно здесь. Блин. Вы серьезно? Я сюда вообще не хочу возвращаться. Блин. Он же 100% тут. Мы это и так поняли. Когда встретились в прошлый раз. Тут уже это очевидно. Я его даже видел на сканере. Всего у меня заполнен инвентарь. А почему не работает? А вот и он. Че он там лазит? Иди уже куда-нибудь. Куча андроидов, ты можешь ими перекусить. Что за звук? Ой, блин, ну не надо. Так, конечно, видно очень хреново, но зато, я думаю, и он нас тоже хуже видит. А, он только там, в том отсеке отключает. А нет, везде. Я думаю, это нам поможет хоть немного. Странное. Куда? Сволочь! Ублюдок, а? Вот мразь. Как же я, блин, струхнул. А я еще такой думаю, а чего это здесь делает труп андроида? Их же не было в прошлый раз. Слушай внимательно. Прямо сейчас уходи с работы, забирай Клэр, лови кота, запри с ними дома. Фу, блин, говнюк. Надо убраться в какое-то безопасное место, пока Сиксон не пришлет корабль. Что за дела, а? Тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. И трупы куда-то пропали. Ни с кем не говори, как можно скорее возвращаться. Неужто андроид убрал их, а потом чужой убрал его? Или он просто специально лег там, притворился? Нет, больше не буду доверять никогда.
мертвым андроидом. Ни хера они не мертвые. Здесь нет никаких дверей, которые можно открыть приборчиком нашим. Точно где-то здесь. Он ходит за мной. Напряженный. Даже эти андроиды, хоть я и говорил, что они нифига не могут напугать. Еще как могут. О, то, что нужно. Это мне и нужно. Конечно, сохранимся. Выход к центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. О! Эй, народ! Привет! Народ! Пошло оно все нахер! Извините, народ, вы сами там остались. Офигеть. Черт, мне повезло. Вот идиоты. Я уже думал, главный герой не кричит, думал, все, конец. Вот это был такой довольно интересный момент. Они пожертвовали жизнью ради меня. Будем благодарны им за это. Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Кого-то я видел на сканере. Ну, точнее, детектор движения, но мне как-то сканер более нравится его называть. Сканер местности. О. Черт, он здесь? Я же вроде уехал. Он должен быть заниматься теми двумя. Заботимся о вашей безопасности. Просим вас немедленно сообщать о неполадках в работе транзита. Походу он разобрался и уже вернулся. Да, он здесь. Прямо надо мной. Исчез. Так, идем мы немного не туда, конечно. Тут у нас что? Я здесь был, что-то не уверен, если честно. Нет, туда я не пойду. Надо уже добраться, куда нам нужно. Да уж, бегать тут себе дороже. О! Тут много интересного. Но всего этого мне не нужно. Тонул, а вот тут пригодится. Хлам не нужен. Также один патрон.
Лучше, чем ничего. Хотя от 6 бы я не отказался. Жетон. Мелочь, а приятно. Но, как показало, на киборга нужно примерно 5 патронов и желательно в голову. На андроида. А на чужого... Чужого попытаемся забить гаечным ключом. Если бы, если бы. Импульсной винтовки не хватает. Вот это да. Чего-чего, а импульсную винтовку они точно боятся. Надеюсь, она на этот писк не среагирует. А что такое? Не работает? Похоже, не работает. А, нет, работает, смотри-ка. Ох, только не шуми, я тебя прошу. Я вот рад, что тут хотя бы батарейки для этого сканера не надо менять. Хоть это было бы логично, но... Я рад этому. Как он так быстро умудряется за мной лезть? Или... Неужто он тут не один? Если тут целый выводок, то это... Это, конечно, в какой-то мере прикольно. Тогда мы увидим королеву чужих, но... Что-то мне подсказывает, что тут все-таки он один. Ну? Сезам? Рибли, Тейлор здесь. О, отлично. Выход к госпиталю Сан-Кристобаль и центру андроидов. Рибли... Там Рипли? Ват? Походу... Походу я сделал спойлер в сюжете. Чёрт, Тейлор... То есть Сэмюэлс, он... Он грёбаный андроид. Блин, вот это да. Вот это да. Такого я не ожидал. Ну, я в какой-то мере ожидал, что он андроид, потому что он похож на Бишопа. Но то, что я узнаю, это так. Рипли. Там Рипли. Ладно. Представим, что мы это не видели. Ты как? Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Ну, точно Бишоп я похож. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. У меня же попробую есть чудо-шприц. Передатчик. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное. Да, с ней спрячешься. Ну, это реально было глупо. Что за... Приведет помощь. Ну да, он даже говорит как-то безэмоционально. Сотрудники компании Севастополь Транзит благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Так. Ну я понимаю. Ну, не зря он это сказал. Думаю, на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Ну, это, конечно, оказалось забавно. Такой спойлер. И так странно я его узнал. Ну ладно. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока.